трогай! Меня не трогай! У нее муж же есть, господи, ты что? Подожди. Женщина накинулась на беременную девушку. До этого задела две машины. Чего ты там хочешь снимать-то? Закрой свой рот. Ну, конечно, тут полдвора на машину шоркнула и, как говорится, подорвать со всеми. И она в состоянии опьянения. Я на себя ответственность брать не буду, я сразу говорю. Саш, у нас ребенок наш сидит... Какая разница, где твой ребенок? Рот закрой, ну, видишь, она со всеми разговаривает. Она уже тут со всеми покусалась. И они присутствуют при нашем освидетельстве. Тихо. Кисонь, скажи, пожалуйста, своим мальчикам, чтобы они отпустили меня домой, чтобы... Кого тебя отпустить? Вызвала... Мальчикам скажи отпустить. Ага. Я еще полиция приедет, не переживай. Так, тебе надо это посмотреть. Я вызвала скорую, полицию. Можно права ее сфотографировать? Пока, подождите. Если отпусти ее, я все снимаю, сразу говорю. Запах алкоголя из полости рта, нарушение речи. Так, на основании этих признаков я вам предлагаю пройти освидетельствование о состоянии опьянения, и также вы отстраняетесь от управления транспортным средством. Вам все понятно? Угу. Перед этим зачитаю ваши права. Готов к использованию. Согласны пройти? Дуйте до щелчка с моих рук. Не надо убрать свои руки. Вот, держите, дуйте. Еще. Все. Что тут произошло? 1.04. Состояние опьянения установлено. Тоже не обязан перед вами отчитываться. Вы будете? Вы согласны с показаниями прибора? Подождите. Нет? Не согласны. Нет. На медицинское свидетельство не согласны проехать? Нет. Медицинский наркодиспансер? Отказываетесь? Нет. В этом случае на вас будет составлен административный материал по статье 12.26, часть 1 Конституции Российской Федерации. Пункт правила 2.3.2. Все понятно. Лишение права правления от 1.5 до 2 лет. Угу. Все ясно. Угу. С материалами дела ознакомливаться будете? Да мне пофиг. Пофиг. Расписываться в административном вот материале. Бумажку мне отдайте? Я вам не отдам, будет материал составлен сначала. Это нужно для составления материала административного. В административном материале расписываться будете? Вы можете забрать мои права, но мы права документы... тоже не заберем, мы все вам вернем. После документа на машину вы мне обязаны. Ну все, в принципе, люди можете прекращать.